Всех привет! Я всех, вернее, приветствую на своем канале. И гостей, и подписчиков, где я худею с большого веса. Так, девчоночки, худею я с веса 170 килограмм. Сбросила я за 3 года. Вот завтра будет 3 года, как я худею. Юбилей. И за этот период я сбросила 56 килограмм. Но набрала 3. Где-то с мая по сегодняшний день. Вес стоит, и вот видите, он стоял на одном месте, немножко вот набрался, сейчас опять он стоит. Поэтому я вам говорю, что я сбросила 56, набрала 3, но худею я уже давно, 3 года. И канал я открыл. Сейчас во мне где-то 116-117 килограмм. Вот как-то так. А дошла я до 114. Ну, что еще сказать? Зовут меня Тамара. Живу я в городе Тамбов. Мне 57 лет. Худеть я начала минус 3, 54 года. Сначала вес у меня шел отлично. За год я даже сбросила где-то 20 с лишним килограмм. Около 30. Потом, конечно, меньше, меньше и меньше. Потом 17 килограмм. И вот как-то вот все меньше, меньше, меньше я сбрасываю. Но сейчас вот немножко стоит. Но я знаю, что он потом пойдет. Я опять же пересматриваю все, почитала все ваши комментарии. Нормальные, корректные комментарии, которые, можно сказать, нормальных, адекватных комментаторов. И нормальные советы. Все это я обратно, значит, вернула. Не хочу я уже ни на 1200 худеть, ни на чем. В общем, я вернулась. На чем я худела, начинала, на том я и буду худеть. Все это я обратно вернула свой колораж питания. Да, тарелки получаются, кажутся большими, но там всего лишь 350-400 грамм весовка еды. Вот как я начинала, 400, 350, 300 есть, так я и буду есть. Поэтому, а калорийность, конечно, я смотрю, чтобы не превышать уже. Но я считаю, если кому надо, я буду говорить, но все равно буду питаться чуть-чуть больше, чем я попробовать решила. Ну, я посмотрела, мне результата никакого не дал, как было, так и есть. Значит, будем на чем худели, на том и будем худеть. Поэтому, девчоночки, покажу вам свои тарелки. Там вкусные некоторые новые блюда есть. И буду показывать. Вот завтраков у меня несколько штук уже набралось. А ужины... Один ужин я вообще так пропустила, что было, доела, да и все, не снимала. Но это на уже несколько дней набирается. Если надо, я могу на за 2, за 3 дня показать вам тарелочки. Вкусные, вот смотрю, рецептики, но я их не снимаю, а просто себе делаю и показываю вам. Надо, буду снимать и показывать. Вот завтра я хочу, ну, я сниму вам, будет очень вкусный завтрак, как для меня. Поэтому и полезный, и разнообразие какое-то, и калорий так не набираешь. Прям большие. И насытиться можно. Поэтому смотрите сейчас мои тарелки, девчоночки. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Пишите комментарии. До новых видео. Всем доброе утро. И сегодня на завтрак у меня нутовый блин с начинкой. Что в начинку? В начинке у меня творожно-сливочный сыр. И вяленые помидоры собственного изготовления. Вот, вернее, дочь мне... Я просила дочь, она меня вялила. И теперь затарилась я вялеными помидорами. Огурчик, помидорчик, желтые помидоры никак не доспеют. Вот, кофе. Конечно, перед полчаса назад я выпила... стакан воды. Пью один стакан воды перед завтраком. Не два, один.
Всем приятного аппетита. Будем, девочки, завтракать. Кто завтракает? На обед, девочка, у меня вот грибной суп все доедаю я. Вроде варю мало, но получается надолго. А каждый день есть как-то не очень хочется. И вот сегодня еще запеканочка такая. Здесь у меня цветная капуста, брокколи, яичко и кефир. И 20 грамм сыра, 30% жирности. Вот это запекла такую запеканку из капусты, можно сказать, брокколи и цветной. 6 грамм хлебец лежит. Всем приятного аппетита. Так, девчоночки, на ужин у меня картошка тушеная с курицей. И здесь 147 грамм. И салат из тунца с авокадо и овощами. В общем, я вам скажу, за целый день у меня, правда, еще был перекус. Перекус у меня был 15 грамм орехов грецких. Так, хлебец и икра кабачковая. И за целый день вот это я набрала, потому что даже здесь у меня и меньше, потому что не все салаты, не все запеканки под такой калорийность, которая мне нужна. И ставится чуть больше. Но это ерунда. В общем, за целый день у меня получилось 1435 килокалорий. Белка 82 грамма, жира 81 и углеводов 97, по-моему. Да, поэтому всем приятного аппетита. Ставьте пальчики вверх, пишите комментарий и до новых видео.